Жень, Шукуров, что делаешь на поле? Скажи, пожалуйста. Ты играешь на поле? Там пропустил, этого англичанина. Поднимите, пожалуйста. Получили атаку. Ты играешь по-другому. Но ты можешь, ты жестче всех должен играть. Ты конкретно, Женя, проваливаешь игру. Просто в***ешь игру. Бля, полотенце. Безобразнейший играешь. Никит, две потери. Антон, Антон Сычев, две потери. Мужик, нельзя в таком матче потерять мячи. Ванючка. Олег Бусельников, две потери. От коридора, который чужой забрали, потеряли мяч. И сейчас вот здесь, что ты его поднимаешь, что ты возишься с мячом? Надежно прыгать в мяч и сохранять. Больше ничего. Там 70 килограмм нападающий протаскивает по 10 метров на себе. Шикура, Зибер, мощных, тяжелых нападающих. Алексей! Вадим, ошибаться нельзя, никого нет. Я думаю, еще крикну, буду молчать. Нет, никого. Один, поймай мяч, все. Три раза зашли в зону соперника, три раза мяч потеряли. Никита, ты почему его не держишь там? Надо собраться, схватки, как мяч оттуда вылетел-то у вас, вы мне скажите? Вас пять человек там было в сохранении, мячик у вас перевалил. Никита, скажите мне как? Или вы все закрытыми глазами там были? Я скажу как. Как? Потому что он когда падал в тренировок мячом, он у него сразу начал валиться, и он начал скакать. Потому что его идут сохранять, а мяч выпал еще того, как он на землю. Блядь, держи вот мяч, блядь. Ты с мячом был. Ты входи. Ногами, мужики, держи ногами. Мяч. Давай. Вы тоже говнюки, надо выигрывать. Ты не стреляй, ты от произволки. Ты стреляешь, открываешь спину. В эту спину бегут. Глазами посмотри, где находится твой партнер. Может, там вообще никого нету? Мужики, ну вы пиздец, просто пиздец. Давайте начнем играть, нехуй. Давай, пацаны. Быстрая попытка для нас. Собрались, это Кузнец, собрались. Просто, собрались. Соберемся, давай. Пацаны, надо пожестче просто играть. Мы играем в их игру. Надо жестче играть. Встали, встали, встали сюда. Пи***ть их надо, блядь. Стоп, стоп. Первое, блядь, что я сказал. В каждой произволке вы должны быть победителями. В линии трех четвертных втроем встречаете. Мячик почему выходит? Бороться в этих. Первая зона, блядь, от произволок входит, когда, блядь, Женя, блядь. Встречать, блядь, на плечо. Где захваты, блядь? Нужно захваты, нужно бороться, блядь. От коридора три мяча чужих забрали, блядь. Пропали эти мячи, блядь. Не играют, блядь, даже не бегут, просто пинают. Схема края, края, бей, бей. Мокрое поле. Мячик очень хорошо выходит. Все, Вадим Мисик, отдавай, отдавай, отдавай Максиму. Бейте свечку на центр, две свечки, две нормальных, все, прошли. Играйте. Только мячите, подбирайте. Надо победить. Давай, надо победить и победить. А просто давай 40 минут. Потери, потери, сплошные потери. Игры нет, вы не сыграли ничего, потому что проигрываем собственные мячи. Надежно, без подкида, сохранить, сохранить мяч говно. Самый чужих произвол, надо бороться, надо забирать мячи. Илья, не подбрасывай мячи, Илья. На входе не подбрасывай мячи. Вошли, сохранили, вывели мяч. Какие там перепасы устроили? Нормально, нормально, давайте, давайте, да, только побеждать. Набежали, отлично, выиграли мяч, перепасы отдали сопернику. Что за дебилка? Ширину смотрим, третья линия. Не прижиматься, мне вы нафиг не нужны. В первой зоне, вы мне нужны закрывать ширину. Там бежит третья линия и ложит там попытки. А где вы есть, я не знаю. Вы там, кверху задницы доковыряете. Сразу схват, не бегите, вы производите. Поднялись, посмотрели. Линия трех четвертых. Если вчетвером боретесь за мяч, то это должна быть борьба, а не пародия. Мячик, значит, должен выходить оттуда. Очень тяжело. Если не боретесь, то вставайте в линию, в ширину.
Два разворота широких, посмотрите, что получилось. Не прижимайтесь, мужики, чтоб такого крайне таскали. Лишние люди опять возле рака, сука, дышите там стоите. Сместитесь, отразите, вот там подышите, легче будет вперед выйти. Зрители пришли смотреть, чтобы вы победили. Они вот такой счет 7-5. Полностью вылаживаемся, ну. Давай, мужики, давай. Давайте. Что, нормально, вода? Хорошо, играем. Играем то, что играем, ни не выдумывая. Все, лишних штрафных не нужно в своей зоне. Здорово, молодцы, пока молодцы. В этом, блядь, так и продолжаем. Никаких лишних движений, главное, очень надежно вот здесь. Правильно вам сказал капитан, вот сюда приходим, и половина расслабляется. А здесь нужно порваться, чтобы ни один мяч не потерять. Три мяча потеряли. Давай, мужики, заводись, побились, по лицу лучше. Давай, побились, порядка, давай, заводимся, пиздим сами себя. В ногу встаньте. Длинные передачи, смотри, Олег, чужой мяч выигрывает, Максим, чужой мяч выиграли, особенно в нашей зоне, сразу отстреливаешь, Олег, как можно быстрее чужой мяч, отстреливаешь назад, передача не надо ничего менять, паузы, они успевали вернуться, нельзя терять в чужой зоне мяч, все нормально, потом успевают возвращаться. Два раза вытаскиваешь, два раза они тебе сейчас начнут атаковать, мужики. Давай, ну, давай! 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 Давай!